Сила иммунитета зависит от бесперебойной работы щитовидной железы, а ей, в свою очередь, необходим йод. О неожиданном продукте, который помогает бороться с вирусами из-за высокого содержания йода, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Моисеенко. По словам российского врача, большое количество йода содержится в морской капусте. Этот продукт подходит для любого приема пищи. Также его можно есть как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясному блюду. Если мы будем ее употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета. Это сделает наш организм более устойчивым при сопротивлении недугам, заявила Моисеенко. Она добавила, что полезнее всего ферментированная морская капуста, также ее можно употреблять в сушеном виде. В нашей стране есть как минимум 56 зон, где определяется дефицит йода в воде. Йод очень важен для идеальной работы щитовидной железы, которая отвечает за наше настроение, работоспособность, возможность получить правильный иммунный ответ, объяснил врач. Также диетолог напомнила, что осенью иммунная система неустойчива, поэтому в это время года организм особенно нуждается в поддержке витаминами и микроэлементами. А еще секретным оружием для улучшения иммунной защиты является постоянная ходьба и физическая активность. Я же для укрепления иммунитета пью новамин. Он содержит витамины А, С и Е. И определенное процентное соотношение этих трех витаминов приводит к тому, что иммунитет начинает активно работать и бороться с инфекциями, и даже бороться с онкологией. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на канале. А если понравилось видео, ставьте лайк и до встречи!